Говорят, что каждый может добиться всего, стоит только захотеть. И сейчас я, удобно устроившись в кресле, еду в машине. Вы думаете, что я за рулем? Нет, я сижу сзади. Привет, меня зовут Аслан. И я в жопе. Еще пару часов назад я размышлял о том, куда буду тратить деньги с одной выгодной и почти законной сделки. Здравствуйте, кофе или чай? Здравствуйте, девушка, можно просто воды без газа? Хорошо. Но моя история началась намного раньше. Сначала я работал дома, смешивал несколько видов чая и продавал под видом средства для усиления потенции. В дело шло все, что попадалось под руку. А дальше ловкость рук, а остальное дело техники. Например, этому малышу нужна двойная доза, а может даже и тройная. Но кто я такой, чтобы судить, верно? Главное, что денежки капают. Дела пошли в гору. Я закупил современное оборудование, нанял парочку безработных с высшим образованием, взял в аренду подсобные помещения, и у меня появилась собственная фармакологическая лаборатория. Мы постоянно что-то изобретали, придумывали новые схемы и способы качать деньги. И теперь я продаю смесь различных веществ под видом лекарства от новых вирусов в промышленных масштабах. А, вот и мой оптовый покупатель. Наш договор в силе? А деньги вы уже перевели? Я могу взглянуть на товар? Так бы все и закончилось, если бы не одно «но». Снимите маску. Что это? Уберите. Мы приносим извинения за доставленное неудобство. Но это похищение было необходимо, чтобы защитить вас. Вас заметили, Аслан. Вы теперь знаменитость. Вы, наверное, не знаете.